Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока «Следующий человек исполнен избытком негодования». Это возмущение, которое человек может передавать эмоционально на физическом плане, размахивая руками, раскрывая сильно свой рот, скажем так, от которого исходят все различные негодования и крайнее недовольство тем или иными событиями, либо тем или иным состоянием работы, либо человек не принимает то, что ему преподали. Прежде всего, это может проявляться злостью, яростью, недовольство, это понятно, возмущением даже возмущением страха. Человек порождает в себе такую негативную, скажем так, эмоцию, где даже возмущает рядом стоящих своих, скажем так, людей, либо знакомых, либо сослуживцев, либо работников, которые тоже, что начинают уже опасаться этого человека, потому что чувствуют, что этот страх перейдет на них, либо в физическом плане, либо в эмоциональном плане. Это начинается осуждение, которое человек может изливать различными словами. Что же это такое, избыток негодования? Это состояние души. Причем здесь душа и меридиан перикарда. Итак, как всегда, теория пяти элементов нам в помощь. Мы видим, что меридиан перикарда – это огонь. Относится к элементу огня. И вот вы знаете, у человека горит вот этот вот огонь. Не надо туда подливать бензинчика. Не надо подкладывать туда дровишек. Не надо подкладывать туда негатива. Если вы знаете, что человек исполнен избытком негодования, это очень легко проверить. Прежде всего, просто с человеком поговорите на искренние темы, духовные, душевные. Вы увидите сразу, какой человек, какая в нем душа живет, как он с ней вообще живет, развивается ли он с ней или нет. И можно сразу сделать выводы, как он отнесется к негативу, либо к позитиву, как разгорится его огонь. Потом надо будет тушить этого человека, в полном смысле слова. Как тушить? Надо уметь найти, что к его душе ключик. Вот так вот. Очень элементарно просто. Если вы не найдете этот ключик, то огонь разгорится, и поверьте, сгореть может и хата ваша, и все рядом близкие хаты, и сам человек сгорит, и сгорит с ним еще все дело, и вся его судьба сгорит. Чтобы этого не было, человека нужно утешить, успокоить, что уметь найти ключик, подход к нему. И не давать, что соблазна, чтобы он проявлял это негодование. Мы виноваты сами, потому что, как в Библии написано, в Евангелии точнее, не подавай соблазна брату своему. Если уже мы подали соблазн, человек разгорелся скандалом, негативом и так далее и тому подобное, точка МС7 Далинь, что? Помощь вам, активными массажными действиями массажируйте продолжительно данную точку, будете снимать вот этот вот избыток негодования. Спасибо за внимание.